10:45. Подтверждаю мои предположения. Первое. Кино – язык природы. Второе. Все, что нас окружает, можно представить и понять с помощью кино. Я ученый, изучаю международную информацию. Я также изучаю фильмы. Кино? Да, в данный момент я работаю над числом Би. Даже собираюсь снять короткометражку. Это удивительно, ты не поверишь, я тоже изучаю кино. Но это хантивно, я изучаю тоху. Просто подумай об этом. Все самые великие люди в Холливуде и КФА. Стивен Спилберг, Вуди Аллен, Тим Бертон, Дахан Ароновский, даже Джеймс Франко. Кавхэт у Квентина Тарантино была бабушка из Одессы. Я почему-то вспомнил советских деятелей. Ермольника, Петросяна. Ермольника? Ну это все еще ерунда. Вот только посмотри. Стэнли Кубрик, великий режиссер. А у Игоря Верника не очень сложилась карьера. Но и Кубрика был не очень заметный фильм «Моряки». А у Верника был отличный фильм «Охал и Решка». Формула Гадара. Гадаха? Да, Гадара. Великий французский режиссер. Бабалоуны снимал в 60-х. Вот смотри, если взять хорошего режиссера, допустим, Стэнли Кубрик, плохого актера, Игорь Верник, взять средний фильм «Моряки» и взять неплохой фильм «Орел и Решка». Получается кино. Кино? Да, лукьяновский символ золотой молодежи и кино. Я уже встречал такие совпадения в приходе. Вот видишь, кино, оно повсюду. Я понял. Кимо, оно повсюду. Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, оно всегда будет с тобой. Кимо. Паша, ты по карте? Извини, мне нужно бежать.